студія. Вітаємо вас! Ви нас чуєте? Здравствуйте. Я вас слышу. Катя сейчас добігає. А я вже думала, що певні проблеми. Ми щойно сказали, що щасливе подружжя. Доброго ранку. Доброго ранку. Без вас не почнемо, звичайно. Смачної кави вам. Бачимо, що Катерина змінила колір волосся. Зізнавайтесь, як зробили те на карантині? А що зробили? В нас дуже поганий зв'язок. Я просто як жінка не могла не помітити, Катерина змінила колір волосся. Де ви знайшли підпільну перукарню? Дома. Я теж так подумав, що ось поряд сидить перукар, який змінив колір волосся. На самом деле, очень правильно давать мужу практиковаться на гастролях. Так, погано чути. Так, ну да. Ні, ми поки що мовчимо, тому і погано чутно. Так, зрозуміло. Олександр таки пофарбував Катерину. Прекрасно. Але за допомогою мого друга, який постійно був з нами на скайпу. Мого мастера. Розповідайте про ваш чудовий карантин. Чим займаєтеся? Часу вільного, просто неймовірно. Если честно, у нас вообще не хватает свободного времени. Я даже вчера пытался серьезно заняться какими-то дополнительными делами, которыми раньше не успевал заниматься, но все время занимают дети. Вот. И с утра пока встанешь... Это правда. Я думаю, что люди, у которых двое детей маленьких, они нас очень хорошо поймут. И вообще, в принципе, домашнее хозяйство, готовка, уборка, стирка. Я ощутила себя настоящей женщиной, то есть я уже на карантине, я не прима-балерина, на карантине я мать-домохозяйка. Катерина Кухар, домохозяйка, я не поверю. Чорний лебідь, домохозяйка. Оце відкриття сьогодні дійсно. Олександр, а розкажіть... Олександре, що смачненько готує Катерина на карантині? Чим бабує? Я якраз про це і хотів сказати от зараз. У нас раніше діти ніколи не їли ні манну кашу, маленька не пробувала овсяну кашу. Так зараз... Не хотіла. Не хотіла просто. А от коли Катя взялась за приготовлення этих изысканных блюд. Ну, она у меня такая особенная. Манная каша у меня получилась с белком. Вот, я его взбиваю и в конце бросаю в кашу, поэтому каша получается такая воздушная. Я переживал по поводу того, что дети будут говорить, фу, невкусно. Вот, но после первой ложки овсяной каши, младшенькая, которая, в принципе, вообще, ну, очень тяжело заставить ее что-то съесть, она сделала так. Ммм, как вкусно, и можно еще. То есть мы на карантине открываем для себя новые рецепты. Да, я готовлю для них супчики, куда добавляю, где делаю полуевропейские, полуазиатские супы. То есть мы добавляем туда обязательно соевый соус. Вот, и детки от этого тоже балдеют, потому что раньше они привыкли к нашим супам, которые варили бабушки. Это обычные наши супы, к которым мы все привыкли. Мы уже пробуем разные там изыски. Катя иногда добавляет грибы. Вот, древесные. То есть детки балдеют. Що ти сидиш? Записуй рецепти. Так, мені кажуть, що я сиджу, треба рецепт записувати, потім буду переглядати і обов'язково буду готувати. Всі на карантині бігають до холодильника, і це в них такий спорт. По вам видно, що ви у прекрасній фізичній формі. О, маленькі члени родини підтягнулися. Привіт! Скажи привіт. Привіт! Привіт! Розповідайте, як тримаєте себе у формі? А як тримаємо? Нам діти не дають робити якісь перекуси, тому що вони постійно... З'їдають усе. Да, мы не успели приготовить, как приходим на кухню, а там уже, в принципе, кушать нечего. Кстати, каши мне не хватает. Вот опять-таки с той же каши мне досталось всего лишь там ложечки полторы, наверное, поэтому я практически на диете. Пока с утра встал, один захотел бутербродики с вареньем, второй бутербродики с икорочкой, там, допустим, третий еще с чем-то, ну, третий, это про маму. Ми ще на самом деле... така наша чоловіча доля, така доля в нас, розумієте, не доїдати. З ребенком, со старшим, у нас... Бабочки скоро будут. Мы каждый день, вот наш спорт, мы каждый день гоняемся за бабочками. Если бы у меня были вот эти вот часы, смарт-часы, то я думаю, что там показало бы километров 5-7 каждое утро только в побегах, в гонках за бабочками. Но мы еще с детьми растягиваемся, мы с детьми занимаемся зарядкой, мы с детьми качаемся, и они нам не дают, конечно же. Это, кстати, да, мама в этом плане молодец, меня как бы тяжело заставить такое делать, а она так... У нас даже на самом деле старший, который, в принципе, не очень любит растягиваться, я думаю, что он через пару недель сядет у нас на шпагат, наверное. Ну, это папа его застимулировал. Он сказал, что если он сядет у нас, у старшего очень плохо с растяжкой, у маленькой хорошо. А ему надо, потому что он занимается спортом, тоже футболом, им растяжка тоже нужна, чтобы мяч доставать. И вообще, в принципе, чтобы связки были эластичны, поэтому растяжка для него тоже важна. Да, для спортсменов это всегда хорошо. Вот, я ему пообещал планшет, если он сядет на шпагат. Слухайте, ми зараз почнемо сідати на шпагат. Навіщо ви таке кажете? Вже ведучий намагається це зробити. А як щодо балету, як щодо професійних тренувань? Такі є вдома чи поки що відпочиваєте від роботи? А як ми можемо вдома робити якісь репетиції? Ну, в нас і немає балетного линолеума. Да, линолеума нету, балетного зала нет. Держать себя в форме артистом балета дома на карантине, репетируя, но это неможливо. Це неможливо. А потому что репетиция, она подразумевает большое пространство, она подразумевает наличие линолеума, наличие станка, наличие зеркала, наличие хотя бы преподавателя. Ну и без этого, ну, у нас сейчас, у наших мышц сейчас лето, отпуск, которого у нас, наверное, не было уже на протяжении нормального отпуска, у нас не было на протяжении многих лет. Да, многих лет, поэтому, ну вот сейчас вот мы восстанавливаем, мышцы восстанавливают какие-то свои травмы. Но если честно признаться, нам иногда дают задание сделать онлайн разные танцы, поэтому мы все-таки держимся в кое-какой форме. Танцуем, правда, то ли босиком, то ли на плитке или на паркете просто, вот, но все равно держим себя частично в форме. А як тримаються ваші стосунки? Трошки така, знаєте, сумна статистика, дуже багато розлучень. І зараз всі надають поради, лайфхаки, як подружжю не розлучитися під час карантину. Як у вас із цим? А нужно почаще обніматися. Да, ми тільки недавно розписались, в принципі, поэтому нам ще рано... разводиться. Да, вообще утром мы начинаем с объятий. Объятия – это гормон окситоцин, гормон счастья, один из гормонов счастья, потому что их там очень-очень много различных, но именно объятия вырабатывают окситоцин. Поэтому наш утренний ритуал. Утром мы просыпаемся и 3 раза друг друга обнимаем. А вечером на ночь мы... А сколько? 1, ну вот дочка говорит, вот так всю правду выдала. К нам сегодня тоже с утра пришла, повалялась, пообнималась. Она сегодня тоже окситоцин получила. Да, а старшенький не успел. Старший уже встал, когда мы все уже пошли завтракать. Вот, ну и еще на ночь у нас есть такое еще правило, наверное, мы никогда, если мы даже поругаемся по вздоре, мы никогда не засыпаем в ссоре, потому что мне кажется, что это вот ментально ночью очень влияет на отношения и как-то, ну, вот разрушительно на них влияет. Да и в принципе мы просто к нашим отношениям относимся как к определенному конструктору. Мы не просто, они не просто у нас, да, конструктор Лего, они не просто у нас есть. Мы понимаем, что это все-таки долгий, тяжелый процесс, что нужно входить в положение друг друга, что нужно подстраиваться друг под друга, что нет смысла ссориться. Самое главное, самый главный наш лайфхак в том, что мы понимаем, что ссора, она невыгодна никому. Что вот она разрушительно действует. Да, поэтому мы стараемся, как мы себя настраиваем только на позитив, и, в принципе, поэтому на позитиве себя и чувствуем. Но у меня еще просто самый важный секрет, у меня потрясающий муж, он у меня не только прекрасный артист балета. Он у меня психолог, воспитатель. Он меня прекрасно готовит. То есть мне, в принципе, в жизни очень повезло. Сплюнь. Постучи. Слухайте, які ви ідеальні, ви розумієте, всі, хто нас зараз дивиться, думають, боже, яка ідеальна родина, чи то так у всіх? Дуже вам дякуємо, що ви сьогодні долучилися, що ви прокинулися всією родиною, що ви знайшли час з нами поспілкуватися, а ми будемо користуватися вашими порадами та лайфхаками, будемо обійматися і будемо не засмучувати один одного. Так, Кирило? Так, я ж знайшов проблему. Ми ж з Світланкою що робимо? Один раз обіймаємося, а треба тричі.